Назарбаев интеллектуальной школе города Талдыкурган с начала учебного года стартовал проект «День творчества семьи». Проект нацелен на привлечение родителей к активному участию в жизни своего ребенка, используя субботние встречи как одно из средств воспитания и развития. Бүгінгі болып отқан біздің мектептегі жобамызға байланысты мен өзі ойымды айтатын болсам, бұл біздер үшін, ата-аналар үшін өте жақсы, өте ойлы ұйымдастырылған жоба деп білемін. Өйткені біз өзіміздің балаларымызбен бірге келіп, бұл жерде өз уақытымызды өткізе аламыз. Және де бұл жерде мен ойлайтыным, ата-аналар үшін өте керемет нәрсе деп ойлаймын. Каждая суббота для учащихся начальных классов – это возможность проявить свое творчество, развиваться интеллектуально. Это продуктивный вариант совместного времяпровождения. Мой ребенок очень счастлив, что он может проводить со мной хотя бы в субботу вместе время. Творческая энергия детей неиссякаема. Реализовать ее интересно и с пользой помогают родители и преподаватели в творческих мастерских по гончарному делу, робототехнике, твиллингу, ручной лепке, по коллекции новых идей, игровым тренингам с психологом, завязыванию галстуков, изготовлению суши, праздничных открыток. День творчества семьи – уникальный проект, способствующий сближению родителей и детей. Я думаю, задумка этого проекта очень правильная, очень хорошая. Сегодня мой сын, как бы не соврать, в 5 утра встал, чтобы не опоздать. Это вот само вот это воодушевление, само вот это настроение, вот этот позитив. Вот сюда приходишь, наполняешься этими позитивными эмоциями, настроением. Вот это все как бы на весь день заряд эмоций. Конечно, огромное спасибо, что школа придумала этот мастер-класс. Огромное спасибо, что вот она объединяет не только там родителей и детей, она объединяет еще родителей всего класса, всей школы.